Почетный знак за заслуги воспитания детей оказался прекрасным подарком к 20-летнему юбилею совместной жизни, который в этом году отмечает семья Касьяненко. Такую достойную награду Мария и Владимир заслужили образцовым воспитанием своих сыновей. Супруги признаются, особых секретов нет. Главное – искренне любить своих детей и поддерживать их начинания. Любовь к детям, услышать их, каких-то очень важных моментах, поддержать, успокоить. Всегда хочется быть рядом, в трудную минуту мы всегда рядом, поддерживаем, помогаем и любим. Самое главное – любить детей и быть рядом. Это как бы для родителей лучше всех награда. Почетный знак из рук главы Самары Елены Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева получили еще 4 семьи. Все эти родители воспитывают 2 и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, которые имеют значительные достижения в учебе, спорте, творчестве, науке или искусстве. Я хочу сказать, что тот пример, который вы все показываете, безусловно, сейчас очень востребован. В наших порой циничное, в это очень быстрое время. Ну и пожелать я вам хочу, наверное, самого банального, но не менее необходимого каждому человеку. Это здоровья, счастья, любви, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Каждый из нас знает, как нелегко вырастить ребенка, сделать из него достойного гражданина общества великой страны. Успешные родители, а тем более многодетные, достойные признания и, конечно же, поощрения. Еще одну, не менее достойную награду получили 5 человек, проявивших мужество и отвагу в ситуациях, сопряженных с риском для жизни. Это почетный знак за самоотверженность. Подвиги, которые совершили эти люди, самые разные. Спасение тонущих, предотвращение взрыва газа и помощь в поимке преступной группировки. Но действия всех героев оказались смелыми, четкими и грамотными, из-за чего жизни других людей были спасены. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События.